радио сообщества «Все для Клёва Днестр» состоялось. И с чем я хочу вас всех поздравить. Поэтому ура. Давайте. Вначале, конечно, было очень трудно, особенно первые две недели, когда там мы только его начали. И спасибо, конечно, Коле, который у нас нашелся, который резко все это дело возглавил и привел все в порядок. Поэтому с ним стало сразу как-то легче, все устаканилось, скажем так, и все у нас начало получаться. Вешать мы начали таблички. Мы убрали за всеми, убери за собой. Не помню, кто это придумал, этот слоган, но очень классно получился слоган. Начали убирать ребята мусор. Очень много активных людей подключаться к нашему вебер-сообществу. Всех тех небезразличных людей, которым чистый биорегистра очень важен. Поэтому это все классно у нас начало получаться. Потом мы начали с вами планировать этот субботник. Как оптимист я понимал, что этот субботник произойдет, но как реалист я не понимал, за чей счет. И как-то так вокруг вебер-сообщества начали появляться активные люди, такие как Паша, как Слава, как Давид, вон, Влад. То есть потихонечку они говорят, а я могу вот это сделать, а я могу то. И для этого не нужны деньги. И я посмотрел, что действительно у нас начало все получаться. И это очень здорово, когда вот, люди объединены какой-то идеей классной и заражают вот такими своими активными действиями всех остальных. По поводу наших целей. Вайбер-сообщество все так клево. Я хотел бы еще раз повторить, что мы создали вайбер-сообщество для того, чтобы очистить наш берег Днестра от мусора. Это самая главная наша задача. Вторая задача – это создать бесплатные, подчеркиваю еще раз, бесплатные места для рыбалки, для нормальных, адекватных рыбаков, которые уважают, законопослушных, скажем так, рыбаков, которые уважают закон и не торбохваты. Для этого как раз и третья возникает задача нашего сообщества – пропагандировать нормальную рыбалку, нормальных, адекватных рыбаков. То есть, чтобы не брать больше рыбы, чем положено, ловить на то количество крючков, которое дозволено. Но чем больше будет разрастаться наше вайбер-сообщество, тем эти задачи будут более амбициознее, более конкретизированы. И я думаю, что у нас все получится. Потому что у нас дело правое. Мы победим. Хотелось бы сегодня обсудить дальнейшие наши цели на следующий год. Потом как год как бы закрывается рыбалка. Сколько мы еще проведем таких субботников? Сможем ли их проводить за свой счет? Сможем ли мы организоваться в какую-то общественную организацию? Нужен ли нам благотворительный фонд? Можем ли мы брать деньги с других каких-то благотворительных фондов, чтобы не создавать свой? Вот эти моменты все хотелось бы обсудить на нашем собрании. И другие вопросы, которые наверняка есть, которые необходимо обсудить. До какого времени смена на местах, очень актуальный был вопрос, и так далее. То есть вопросов очень-очень много. Поэтому хотел бы, чтобы все активно участвовали, но участвовали так, чтобы не перебивать друг друга, что-то высказать, и кто-то, чтобы другой сказал, чтобы можно было услышать четко, понятно точку зрения того или иного члена нашего вайбер-сообщества. Я думаю, все понятно. Да? Конечно. Давайте начнем. Итак, первое. По поводу субботников, самый главный вопрос, сможем ли мы, если у вас желание такое провести еще в этом году, в этом году. Да. И есть ли смысл в этом проводить? Я тоже не вижу смысла. На весну. Лучше всего по весне. По весне, да? Да, потому что лучше с первыми птичками, чтобы знать эти места уже. Хорошо, то есть второй вопрос. Не надо. Сколько таких субботников мы реально можем провести? Вот три. То есть весна, лето, осень, да? Но. То есть три субботника. Три сезона. Которые, в принципе, мы даже можем сделать за свой собственный счет. Но почему нет? Есть, да? Сейчас большой риск погоды. Мы можем загнать технику, да. Дождь пошел, все, мы все. Нет, поэтому лучше всего понимать, сложно. Весна? Выбрать эти выходные, посмотреть метеоданные. Да, чтобы лучше было все свободно. Чтобы спокойно и техника заехала, и люди могли спокойно. Белый,
я считаю, что чем больше людей, тем лучше. Мы можем же дальше осваивать берег, чистить его и расширять места. Это же не значит, что мы на этих количестве мест ограничились. На самом деле, да, чтобы это были адекватные люди, но если их будет больше, то я считаю, что нет проблем. Хоть весь берег до моста, и чтобы там были адекватные рыбаки, не вопрос. Смотрите, мой вопрос был в чем? Именно какие-то наказания для людей, которые вот конкретно много списано. Мы не имеем права никого наказывать. Мы единственное, что можем делать. Нет, наказание в смысле, все, больше его на наши места не пускают. Только бан. Вот не убрал за собой, тоже. Раз подтвердили, второй раз, все, дружище, ты нам не подходишь, ты не понял с первого раза, вот. Есть. Да. Если мне вот, допустим, пишет, и кто-то съехал, а она пишет, что там, ну вот я уехал, такой хлам, он вообще ничего не убрал, а потом все уехал. Я у нее все ее убрали, не убрали. Да я там тот, я там, то она скинула фотки, я показываю, ну вот это же вы не убрали. Ты себе ну, да, ну, в следующий раз поставил меточку. Да, да. Ну, в следующий раз опять такой, естественно. У нас естественно. Вот и к этому вот прилетел. Да. Вот этот метод, вернее, время становления нашего вайбер-сообщества, конечно, такие моменты будут возникать. Да. И все время. Люди, конечно, должны как-то перевоспитываться. Они как-то должны. Нельзя же их заставить просто вот так вот взять за горлом и носом вот так вот тыкать, понимаете? Ну это тоже. Но есть же люди неконтактные, правильно? Ты приходишь, бу-бу-бу, и что ты ему можешь сделать? Главное, чтобы он побирал за собой. Да, и все. Ты с ним общаешься, он будет переходный. Бывают случаи, ну, мало, не дай бог, что-то случилось, человек все бросает, набросал и уехал. Но по дороге хотя бы набери ребят. Это поначалу такие были. Да, случилось ЧП, мне срочно пришлось уехать. Никаких проблем. Тем более, ну, когда он на берегу рыбачит сидит, все равно же какой-то пакет мусорный есть. Это же не значит, что он раскидывает во все стороны, потом да, нужно все собирать. А кулек с собой забрать, это вообще никакая не проблема. Это просто, я думаю, отмазка. Да, просто не успел, это просто отмазка. Если у нас будет больше мест, и они будут рядом. Да? Мы больше будем иметь возможность контролировать. И даже вот ситуация. Кто-то вдруг звонит и говорит, ребята, ну так получилось, я не могу приехать. И момент, это место остается свободным. А вы же все знаете, да? Как утром ходоки начинают ходить. Да, я, кстати, насчет этого хотел бы чуть больше поговорить. И вы знаете, мы таким самым способом обозляем людей. Мы очень сильно обозляем других людей, которые ходят. Вот у нас место есть свободное. Вот мы его поставили там какое-то удилище, да? И говорим, тут занято, тут у нас завтра там приедет человек. Ну надо пускать. Надо да пускать, проблема, чтобы они тоже и могли, имели возможность порабачить наши места. Это если, очень действенный метод. Подписываются. Ну пусть сразу, они же не все знают о нас. Не все знают об этом. Да, с течением времени, там, год, два, три, пять. Все будут нас знать. Ну, извините, но сейчас, вот, прошло, грубо говоря, там 2-3 месяца, не все знают. Саша, ну все. А многие даже вот, не умеют пользоваться даже вайбером, я вам скажу. Да. Есть и такие. Такое тоже бывает. Надо курсы провести. Но надо как-то людей все равно пускать. И очень важно, особенно когда пишут, пустите на 2 удилища. Ну поделитесь своим местом. Легко вообще. Вот понимаешь, Влад, вот ты можешь. А кто-то не может. Я прошлый раз стоял с Давидом Мягком, 14-й, и там такая планка деревянная. Я вот на ней просидел все время, мне было достаточно. Там стояли ребята, тут Давид, понятно, что еще один парень, мне вообще метров 4 для меня. Вот Игорь вообще ловит только на 2 удилища. Да. Он больше вообще не ставит. Да. Крест. Поэтому мы всегда рады, когда он с нами. Игорь, долго! Он там в уголочке сядет, отловится, всем отдаст рыбу. Всем рыбу. Все довольны. Причем сядет на самое неудобное место. Вы там, я там сижу, тюк-тюк-тюк. Справишь, да, собрался. Собрал всю рыбу, да. Молодец. Саш, можно одно замечание по этому поводу? 2 спиннинга – это не вопрос. Да, приютить можно. Но когда люди пишут, что вот я срочно освободился, пустите на 5-6 спиннингов, ну это уже, извините. Если человек хочет порыбачить, да, говорят, что вот у меня один выходной. Хорошо, ты знаешь, что у тебя один выходной, запишись заранее. Бывает такое, что да, и у меня несколько раз такое было, что работа организовывалась, но записываешься, да, потом кому-то можно передать, вот ты планируешь хоть как-то. Ну а так, чтобы вот пустите меня на 5-6 спиннингов, ну это по-моему, перебор. А как организовать так, чтобы была дневная рыбалка? При одном условии, нет, можно организовать. Просто проситься, можно ребят, можно организовать. Если мы берем от и до, и этот весь участок наш, больше никого нет, тогда рядом стоящие, вот скажем,
1, 2, 3, 5, да? 1, нет, 2, 4, 6, 8 можем, как говорится, организовать дневную. Да, я же говорю, горячую, а не все же не могут. Просто и ночью, на ночь, на ночь. Да. И мне кажется, просто нужно пускать. Убирая свои два удилища, оставь себе три и поставь... Не, ну это будет горячее, вот кто-то может днем, кто-то ночью не может. Потому что опять же, как сами вы сказали, будете просто злить людей, и все. И будет куча недовольных, да, опять же, да. 20 метров, а стоит две удочки, ну, и все. Ну это же, да. Лучше промежуток. Смотрите, дневная рыбалка, опять же, это нужно кому-то... Ну тоже те рыбаки, которые приезжают, тоже же отдохнуть. Они ночь свое место, как бы... Ну, следят за ним. Это нужно еще перекинуть туда спиннинги. Утром во сколько приедет, это нужно... За метр спиннинга никто бороться не будет. Конечно. Ну, нет, но имеется в виду, что если ночью кто-то не будет, ночью всю сидеть караулить, чтобы там не заняли вот это вот место. Дело так. Он 2 метра сюда, если стоит камыш на стыке, 2 метра сюда от камыша, 2 метра сюда от камыша. Вот наши кто-то делиться своими жизнями. По сути, это и есть. Люди написали. Ну, тут путаница вот очень страшно. То есть 14 место находится в правом краю, один в левом краю. Между ними нету номеров. То есть получается нету ни цифры 6, ни цифры 7, ни цифры 8. И никто не понимает, где вообще эти восьмерки могут быть. Да, кстати, страшно. Правильно. Эти восьмерки, правильно. Мы предполагали, что мы в этом сезоне займем эти места. 8, 9, поэтому мы как-то примерно отталкивались, что если там 14, а где-то там, то где-то посередине должны быть восьмерки. Да, девятки там и так далее. Ну их не оказалось. Сейчас так и придет. Поэтому нужно, конечно же, активнее было бы участвовать, не занимать места и ждать своей рыбалки, а приехать, найти место и передать вайбер сообществу. Тогда, конечно, было бы все эффективнее и лучше. Нужно поработать просто над ошибками, которые в этом году были. Согласен. И устранить их, и уже начать зимы, грубо говоря, зимы. Первым делом проехаться, посчитать количество мест. Просто, хотя бы минимально. Ну да, вот 10 километров дороги. Посчитать, сколько можно мест обозначить. Если его достаточно для 300 активных рыбаков на первых порах, то 300 человек эти места, ну, интенсивно оберегают, там, охраняют, убирают, я не знаю. А если мы не можем, ну реально было пару таких проблем, Коля просто терял места из-за того, что на другом месте вот такая вот очередь, потому что они топовые почему-то. Ну, я не знаю, почему так получилось. Потому что люди видят, что они на неделю вперед занимают место. И вот. У них на завтра, завтра не получается. Они на неделю себе распланируют, заняли, да. И поэтому получается только такая очередь. Так же самое здесь, ну, будет 15 мест. Да. И эти все места, 10-е или 11-е место потеряется, останется только первое 15-е. Как ну, но это, в принципе, да. Нормально на всех была очередь, я так понимаю, да? На все переливания. 6 человек на месяц всегда было. Под конец начало теряться, вот 50 километров начало чуть теряться. А так, в принципе, мы бежали. Хотите вот выбрать, откуда мы начнем, который мы назовем первым. Забить столб. Да. Все, поставить первое и все. И потом уже примерно себе выписать да. Место. Да. Какие? Можно попробовать на субботнике, вот, которые мы планируем там сразу после схода снега, грубо говоря. Попробовать сделать. Не факт, что оно после нереста, конечно, останется. Все это можно просто высоко. На дереве это высоко. Высоко на дереве это вариант. Не каждый полезет. Вот таблички у нас с номерами. Я предлагаю на следующий год изготовить без номеров. Просто вот табличка пустая, а номер маркером перманентно писать. Заказать оптом там 50 табличек. Если место потеряли, там табличку содрали, чтобы это было легко, можно было за день взять и заменить эту табличку. Маркером написал номер 3 и прицепил назад. Потому что проблема, если добавили новое место, надо изготавливать эту номерную табличку индивидуально. А маркер не стирается, просто на ламинировании маркером написал номер и поставил. Нет, перманентно не стирается. На зиму снимать эти таблички или снимать? Не надо. А зачем? Не сломают? Ну, другие снимают. Другие сняли одну, снимут все. На первом месте уже нет табличек. Если сняли одну, то лучше снять. У нас в сообществе очень много людей, которые за нами следят из корыстных побуждений. Реально, это видно, чувствуется, потому что из тысячи человек общаются, только 150, на рыбалку ездит только 70 активно. И ну, такие залетные, как я, раз в году. Ну, потому что я поздно подсоединился, один раз только попал. Один раз не получилось, грубо говоря. Но на следующий год планы уже, если мы уже так делаем. Ну, хотя четко понимать, у нас 300 активных людей там. Ну, сегодня пришло 30, да? Из тысячи 30.
Погрешность, значит, там у нас сидят просто зеваки в сообществе, которые, может быть, даже это не интересно, но они за нами смотрят и нас контролируют. Чтобы потом или наганить, или нет, я знаю многих людей, которые с Беляевки, и просто нет возможности приехать сюда. Я тоже с Беляевки. И просто нет возможности им вот приехать. Нет, упрек в том, что они приехали на встречу, я не про это. Я про то, что в сообществе много людей, которые не наши последователи, а наоборот, те, кто хотят нам сделать какую-то гадость. А может быть, это интересно посмотреть, можно. Чем мы занимаемся, как мы занимаемся. Процент есть всех. Да. Следующий вопрос, очень главный, по поводу общественной организации. Надо. Нужна ли она нам, да, или не нужна? Можем ли мы, когда мы будем общественной организацией, попросить, ну, написать заявление, чтобы вот этот берег, может, как бы выделили наши общественные организации. Реку, по-моему, нельзя. Нет, потому что она идет, она не будет идти как не в аренду, а просто будет приписана за вашу территорию. Можно. По-моему, можно. Но как раз я же объяснял, что наша цель не захват территории. Да. Вот что самое главное. Нет, это не захват территории. Наша цель — почистить. То, что мы там. Отведем. Если для выполнения наших задач не нужна общественная организация, тогда смысл ее делать. Чем она нам может помочь? Что нам нужно и. Да. Общественной организации можно решить очень много вопросов. То есть мы выйти на областную написать какую-то бумагу обращения от общественной организации. То же самое можно от гражданина написать. Ну, это общественное обращение. Это от группы товарищей. Да. Там надо собрать все 1500, допустим, подписи. А так идет человек, который уже ответственный за эти 1500, да. И он один со своей подписью идет и просит на все остальные на нужды, там, что надо убрать. Нет, значит, это. Потому что мы были в исходе, эта женщина говорила, что если что-то надо, говорит, вы к нам обращайся, мы и тракторы туда дадим, и все. То есть это вопросов у них нету. Если просить у кого-то деньги на организацию наших сотрудников, то общественная организация быстрее дадут деньги, чем... Только надо юридически это все правильно понять. Так. Можно на субботник это сделать. О, на субботник. Точно. Дешевле будет. Пиши. На субботнике. В субботнике на весну создаем общественную организацию. Правильно? Да, да. Общее собрание. Как раз будут все, и желающие их увидим в лицо. То есть, грубо говоря, я не являюсь участником сообщества, если я приду, то, ну, мне будет лично все равно, какое у вас сообщество. Я имею полное право находиться там, причем я могу быть в полном адекватном состоянии. И мое право подходить. И у вас общество, занимайтесь своими вопросами. Я гражданин, я пришел сюда, я имею полное право. Абсолютно. Поэтому надо все, чтобы не выходило в рамках закона. Наша свобода заканчивается там, и начинается свобода другого человека. Так, в любом случае. Если мы никому не мешаем, нам никто ничего не скажет. Потому что мы ничего не нарушаем. И не надо ни общества, ничего, если мы ничего не нарушаем. Вот если будет сообщество, будет определена какая-то, грубо говоря, да, там территория, и вы будете убирать, мы будем убирать. И если такой человек, грубо говоря, да, как какой-то олень, приедет, намусорит, потом снимет фотку и скажет, смотрите, сообщество гадит, и все. Мы ничего не нарушаем. То есть об этом идет разговор. Вот опять же такие начинаются моральные разговоры о том, что отведение какой-либо территории. Еще раз повторю. Нам не нужно вся территория. Это наша вся река Днестра от 52 километра от начала Украины до моста, грубо говоря. Это вся наша территория. И нам не нужно делить. Вот этот кусок мой, я на нем наложу порядок. А этот кусок не мой, ну и хрен с ним. Этого не нужно делать. Нет, конечно. Давайте обсудим по времени смены. Летом 4:30, я думаю. Ну, все, нет, даже позже. Почему? Позже. Потому что темнеет в 9 вечера. А вот сейчас в это время где-то 3 часа. 6, я 3. Считаю, что по договоренности все-таки каждый списывается. Потому нет, что бывает. Случаи, когда человек физически не может приехать раньше. Вот у нас было, у нас ждали. Это будет исключение. Должно быть по договоренности. Если договоренность, если договоренности нет, значит тогда устанавливаем 17 часов. Да? Да. Все, вот так. То есть
Может, договорились, например, там, на 4. Давай на 4, да. Там 4.30, 18, 18. Но если нет договоренности, значит тогда 18 нужно. Не позже. Когда сменщик не отписывается, надо как-то заранее знать, что он точно приедет в этот день. Например, утром до 10 утра надо списаться и точно знать, что он будет в 5 вечера. Потому что иногда сидишь и в 4 ты понимаешь, что его не будет. Кто бы мог бы помочь Коле в вопросе, связанном с администрацией нашего вайбер-сообщества. Вот время, наверное. В общем, друзья, вот вы сейчас смотрите это видео. Если у вас есть на примете человек, или вы сами можете помочь Николаю вести администрирование нашего вайбер-сообщества, будет здорово. Так что к нему пишите. Да. Он... Кто хочет, то желает, милости просит. Я просто хотел бы и немножко обратить внимание на некоторые ошибки, которые мы совершили по ходу этого сезона, и предложить некое правило, по которому все бы четко понимали вот так и вот так. Первое, что бы я предложил, это четкая зона. То есть, если мы выбираем километр 50-51, то все места пройти, просчитать от первого до последнего, точно знать, сколько есть мест на этих километрах. Это раз. Второе. Попрошу, ну, лично моя просьба, может еще других, убрать А, Б, В, а сделать 1, 2, 3, 4, 5, 6, без букв, без ничего, просто конкретные, вот именно росписи. По поводу там, сколько удилищ можно поставить на каждом месте, это уже внутренняя, ну, это уже деталь, которая обработается позже. И тогда уже в таком случае, просто у меня есть опыт, вот общество, сообщество 100 человек, да, грубо говоря. Вот 10 человек администраторов, это плохо. 3 человека на 100 людей, вот так вот, 3 человека. Соответственно, эта зона делится, ну, как вы говорите, да, можно не по километрам, можно с 1 по 10 место ведет график 1 человек, с 10 по 20 второй, ну и т.д. и т.п. То есть тогда мы тем самым образом, получается, мы администратора немножко разгрузим, одного, который все ведет, да, то есть у конкретного есть свои люди, и, соответственно, мы уйдем от топовых мест. У нас в этом сезоне было много топовых мест, на которые запись вот такая. И появлялись постоянно новые маленькие места, на которых все время у нас была потеря. То есть то, в тот или иной момент мы теряли места свои. И вот получается, что надо уйти от этого. Соответственно, когда мы знаем четкие параметры своего берега, ну, для начала, да, для старта сообщества, работы нашей, мы знаем, что мы это убираем. Мы знаем, что это все наши люди нашего сообщества. Соответственно, тогда проще и держать места, и передавать места, и в случае чего там на дневную смену кого-то принять, на вечернюю. Ну, вот как бы так. То есть, когда есть четкие рамки, вот, когда нет рамок, вот мы начинаем по беседку там, тогда мы четко будем знать, что можно поставить 5 беседок, 6 туалетов. То есть, ну вот по такой схеме нужно вот именно оттолкнуться от схемы четких правил, границ. И тогда нам будет проще вообще все, что угодно придумывать про рыбалку. Расскажу, что если у нас будет взрыв количества людей, да, желающих с нами рыбачить, друзья, и мы вас к этому призываем и приглашаем, то за следующий год мы можем вообще все занять территорию. Да, ну что, давайте пока горячая уха, попробуем ее. Я, конечно, понимаю, что на костре она должна быть, по идее, вкуснее, да? На рыбалке, на свежем воздухе. Как это на костре? Но попробуем. Что у нас здесь? Приятного аппетита всем! Приезжайте на Днестр, увидели нарушение даже нашего товарища, да, который есть, сфотографировали и написали: ребята, вот я там и там-то, вот такой-то, такой-то, смотрите, что творит. Все, исключаем его из нашего сообщества и все, до свидания. То есть 5 крючков, 3 килограмма рыбы, и это нормально. Еще одну тему поднять. Да-да. Я считаю важным, все так, они молчат.
о благотворительных каких-то взносах. Ну, как бы невозможно, ну, не может никакая общественная организация существовать вообще без денег. И я не говорю о том, что это обязательно должно быть. Вот мы говорим, у нас должна быть бесплатная рыбалка. Я когда мужу говорила, да, это вопрос, он говорит, не, мы за бесплатно. Ну, понимаете, у нас у всех, вот, например, у меня дети учатся в школе, мы сдаем взносы. При этом наше обучение не считается платным. Просто существуют какие-то деньги, которые, на которые какие-то организационные вопросы надо решать. Какие? Же... Ну, это же субботник организовать. Надо же какие-то деньги. Таблички эти сделать. Я не говорю о больших. Да, когда субботники целевые деньги, тогда или Коля обращается, либо я, и говорю, ребята, вот давайте сделаем вот так. Если кто желает, давайте скинемся. Понимаете? Вот у нас на данный момент есть там 1300-1400 гривен, что-то такое. Смотрите, тут есть еще один вопрос. В будущем это будет все жестче и жестче по поводу предпринимательства. Вот эти все наши карточки, они со временем будут контролироваться. Тут тоже, чтобы потом не пришлось налоги с этого всего платить. Как-то, может быть, если будет общественная организация официальная, я не говорю, что вот сейчас, как-то иметь в виду, что там может быть какой-то благотворительный счет, неприбыльный. Так, я прошу всех внимательно слушать, потому что мы все вместе будем оценивать, кто победитель. Ну даже можно сказать, что это приурочено к нашему мероприятию. Только почему-то без алкоголя. Но он здесь есть. В стрижке. Алкоголь. Ну что, я начинаю, я стартую. Погнали. В магазине все для клёва. Снасти классные купил. Все видосы Третьякова я с соседом обсудил. Собирались на рыбалку, оказались в кабаке. Чую, в следующем сезоне окажусь я на реке. А сосед развеселился. Александру мой привет. Все для клёва, все для клёва. Наливайте, клёва нет. Осень, скверная погода, но рыбак кричит ура. В магазине все для клёва, начинается жара. Если вам нужна обнова от палатки до крючка, в магазине все для клёва, 100% есть она. Для хорошего улова рыбки с берегов Днестра вы никак не обойдетесь без крючка, катушки, палки, без кормушки и шнура. В этом деле стопудов без удачи никуда. В магазине все для клёва, все найдется без труда. Все для клёва, все для клёва. Магазин для рыбаков. Но еще у нас есть группа по очистке берегов. Основатель, вдохновитель Александр Третьяков. Я любитель рыболов. Только учусь еще, поэтому советы старших всегда беру в расчет. Как правильно сварить горох, рецепт ухи и плова. Все это на канале у дяди Саши «Все для клёва». Какой же выбрать поводок? Где разыскать сазана? Ну и куда же без нее полезная реклама? Но как же хороша идея берег убрать от хлама. За это низкий вам поклон и зрителей Твилям. На рыбалку я пришел, все для клёва приобрел. Уже рыбы пол ведра, будет счастлива жена. Дальше. Тишина вокруг меня, на рыбалке сижу я. Все для клёва с собой взял и отлично отдыхал. Еще одна. Дед на море голубом сидит с удочкой и ведром. Ничего дед не словил, все для клёва он забыл. На рыбалку я пойду. Все для клёва я возьму. На Днестре места найду. Там порядок наведу. Рыбы норму наловлю. Наконец это случилось. Чистота, прекрасный клёв. И у нас все получилось. Рыбаки пришли на зов. И река повеселела. В руки удочки берем. И без мусора мы смело в реку чистую войдем. Рыбы много наловили. Потрудились все не зря. И спасибо говорили, откровенно говоря. Мусор за собой убрали, он лежит теперь в кульках. И друг другу мы сказали, не рыбалка, просто ад. Листья громко шелестели, по тропинке мы идем.
И сейчас все потихоньку эту песенку поем. Благодарна нам природа, благодарны мы Днестру. И за вкусную ушицу благодарны мы костру. Выйти бы на речку, взять бы в руки удочку, выпить по стаканчику, закурить бы трубочку. Но с каналом все для клёва, приучились мы к другому. Коль завёлся перебак, прибери-ка весь бардак. За собой поубирай, мусор нам не оставляй. Сразу станет все красиво, все для клёва, это... Сила! На просторах интернета ходит инфа вот про это. Все узнали Третьякова, у него есть все для клёва. Пауки, Потап, кормушки, много разных погремушек. Рыбаки собрались вместе сделать чисто реку Днестр. И пошел процесс успешно, подхватили дружно вместе все идею с интересом. Берегитесь, браконьеры, поглотит вас все для клёва. Ну, в конце вот такое. У всех есть одно право голоса, один раз проголосовать за какой-либо вариант. Да, давайте. Кто первый? Первый был Паша, да? Первый был Паша. Кто за Паша? Кто за Паша, пожалуйста? Я вообще не голосую. Кто за Паша? Читай. Бога, читай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять, дальше. Паша, десять. Сережа. За Сергея. За Сергея. Раз, два, три, четыре. Четыре. Мало. Есть. Дальше. Слава, да? Евгений, Женя. Да. За Женю. Блин. Все потратили голоса. Раз, два. Есть. Александр Иванович. Покажи себе. Другой рукой. Александр Иванович, покажи себе. Я. За него. Раз. А больше я лучше голосовал. Нет. Один раз. Раз, два, три. Четыре. Четыре. Так. Николай Васильевич. Да, Михаил Васильевич, он пристанет, чтобы вас не было. Так. И тишина. Там еще страшно. Там еще страшно. Нет, ну сейчас, сейчас. Так, Наталья, теперь за Наталью. Кто за Наталью? Так. Раз, два, три, четыре. Четыре. На всех у нас. Да, да, да. За Влад. За Влад. Я Влад. Да, Влад. Влад уже не хватает. Что не хватает? Да, Влад. 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 Я хочу сказать, что у Паши уже есть такое удилище. Он хочет с двух рук, короче, человек. Я его продам сейчас. Отбить, отбить ресторан. В магазине все для клёва. Снасти клёвые купил. Все видосы Третьякова я с соседа вам судил. Собирались на рыбалку, оказались в кабаке. Чую, в следующем сезоне окажусь я на реке. А сосед развеселился. Александру мой привет. Все для клёва, все для клёва. Наливайте, клёва нет. Итак. Да. Паша, да? Да. Паша. Спасибо. Александр Иванович получил приз зрительских симпатий, да? Да. От художника. Ну, а это кто сделал? Художник все равно сидит. Да, спасибо. Паша, покажи удилище, что там. Я им работал, так и нас что удилище. Это клёво нет. Это телескопическое удилище, у которого кольца есть не только на стыке от колен, но и посередине тоже. Вот я знаю, кто скользящее кольцо получается. Очень удобно. Те, кто любит телескопы, для них очень удобно увидеть, что получается.
Ну, 100 грамм не швыряет вообще, даже с запасом. Я скажу больше, я брал пол-литровую бутылку, привязывал, он его забросил. А сколько человек пригнал за бутылку? За пол-литра. Какие стали огонь, да? Мы определились, что мы в следующем году проводим три субботника. Один весной, один летом, один осенью. Это первое. На первом же субботнике весной мы подготовимся и создаем общественную организацию. Для того, чтобы можно было как-то обращаться к местным органам власти, для того, чтобы можно было нам оказать какую-либо посильную помощь с местных органов власти. Вторым пунктом вытекает это обращение к мэрам там, Беляевки, Маяк. По выделению транспорта, если такое нам будет необходимо, для вывоза мусора. 4 туалета планируем сделать. Посмотрим по местам. Да, посмотрим по местам. Ну и очень хорошее было предложение по поводу того, чтобы в начале сезона следующего определить места, чтобы было не больше 5 удилищ на одно место, и делать с первого, там, сколько там мест у нас, сколько у нас получится. Я к тому, что создание общественной организации откроет нам в дальнейшем путь к дальнейшему росту и привлечению каких-либо других инвестиций для выполнения наших проектов. Ну что, друзья, я надеюсь, встреча была плодотворна, да? Да. Отлично. Всем большое спасибо, что все пришли. Спасибо вам большое. И вы тоже включайтесь в нашу группу, в наше вайбер-сообщество, в «Все люблю Вальдестер», и участвуйте в общественной жизни нашей страны, Одессы, и людей порядка на Бистре. Будем очень рады именно вам. Рестораны, спасибо. Кофе, чай. Спасибо ресторану. Одессы, ресторан. Спасибо большое ресторану. Тираспольский. Я, конечно, дико извиняюсь, но какая пьянка без драйв? Я возьму 2 минуты слова, если можно. Есть одна история, которая запылилась на полке. Саша, наверное, немножко почувствовал эту историю. Я тоже снимаю свое кино, и она начала снимать свое кино. Я предложил этому известному блогеру сделать совместный ролик. Блогер был не чужим человеком. Я его знал, мы общались, я думал, это вопрос решенный. Но я получил отказ. Отказ, который ранил меня до глубины души. И я сказал, что я вызываю для Саши на рыболовный поединок через такого отказа. И что ты думал, что это все хихоньки, да хахоньки, неправда. Это правда для Саши. Я вызываю вас на рыболовный поединок. И вот уже вы решаете отказываться перед людьми, не соглашаться. 31 декабря. Это называется удар под дых. Ну, конечно, я соглашаюсь. Есть такой анекдот, когда играют мужики в домино, и маленький мальчик говорит: папа, папа, пошли домой, папа, пошли домой. Они самогоночки пьют по 100 грамм. Говорит: иди сюда, сынок, наливай. Берет 100 грамм, говорит: на, сынок, пей. Папа, я не буду. Мужики, ты что, больной, что ты ребенка заставляешь пить? Я сказал. И вот ребенок плачет, пьет этот самогон, слезы текут. Говорит: зачем ты это делаешь? А чтоб знал с мамой, что папа здесь с дядями не медок попивает. Подарочек. Следующая встреча. Спасибо. Придется мне начинать. Они подарочек. Друзья, вот так закончилась наша встреча с подписчиками вайбер-сообщества «Все для клёва Днестр». Я очень рад, что у нас становится все больше активных наших членов. И уверен, что с ними, а также с вами, если вы будете к нам подписываться и подключаться, мы точно достигнем всех наших задач, которые мы перед собой поставили. Поэтому подписывайтесь в вайбер-сообщество «Все для клёва Днестр». Ссылочка внизу под видео. И будьте самыми активными вместе с нами, очищать Днестр от мусора и ловить на чистых, прекрасных берегах нашего любимого дедушки Днестра. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Судя клёво». Ну, а мы прощаемся с вами. До скорой встречи на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.